Привет! По вашему активу я увидел, что вам всем понравился предыдущий ролик. Именно поэтому мы сегодня снимаем вторую часть. Но мы не будем висеть под мостом, мы сегодня будем тянуть канат. Но если вы подумали, что мы просто возьмем там на земле, да, будем тянуть канат и определять, кто самый сильный, то нет. Мы будем тянуть канат над пропастью. Блядь! Ой, колодец! Ну так что снимаешь? Личностями все называете? Сейчас назовем. По парам. Сегодня играем на 30 тысяч рублей. Сейчас я познакомлю, представлю вам наших участников. Это Диман, Зёма, Зубак, Дубак, Юхан, Слава и Максон. Некоторых пацанов вы уже знаете. Ебаный трамвай! Все, не будем томить, погнали. Подготовка видос. Ты его натягиваешь, вот так по нему идешь, да? Перетягиваем канат. С кем можно тягаться? Ну вас мы будем. Давай, я тоже буду. Это что вы творите здесь? Вот, видос снимаем на YouTube. Зашел, я задал, чтобы было накидать. Я увел, я достал, чтобы все себе забрать. Залетаю на вайб, чтобы всем тут показать, кто ты, папа. Самоубийством занимаетесь? Вот на телефон снимите, а на тот свет уйдешь. Сколько вот так калечилось парней? Позвоночники ломали, инвалиды на спине. Я сама в больнице работаю, и сколько я их видела? Три! Подожди, дайте пукнуть. Один! Давай. Тихо. Он его... Нет, так нечестно, надо держать его. Ты... Готов? Три, два, один! Истина то, что человек не властен даже над своей волей. Я думал, все, я сейчас на канате повисну. Ждем финале, Саш. Страшно? Что ты снимаешь? Снимай победителя, вот он сидит. Отпускает, я тяну, короче. Ты говоришь, все, не отпускаем. Я, короче, тяну, смотрю, он к тебе туда отпускается, я тоже отпускаю, потом вроде не отпускаем. Да что ты, черт побери, такое несешь? Что вы делаете? И все, и тянем. Капец, круто. Диман, не надо! Диман боится высоты. Вот сегодня он будет участвовать. Долбоёб, я упал. Я бы тебя ударил, но ты упадешь. Бля, так я еще фол. Они говорят, начали меня Дима первый раз сядет. А я говорю, я еще не готов. Я этих охватываю вот так. Хуяк он упал. Пацаны, хотите принять участие? Нет, спасибо. 30 тысяч, кто выиграет? Нет, спасибо. Сам 30-ка понял, свободно не нужно, ну ладно. Ой, колодец. Ну а что мы реагируем? Каждый по-своему с ума сходит. Чё, Русь? Как мы дальше? Залазит. Что, почему я на этой стороне, здесь скользко? Нет, кстати, здесь преимущество есть, понял? Здесь, да, кайф. Пацаны, кто меня будет страховать? Я. На всякий случай нет. Как думаешь, приедут за нами? Вообще никто не приедет. Что вообще думаешь по нашей безопасности? Я думаю, ну здесь как всегда. По 10 бальне, да? 10 из 10 чисто. Безопасности. Да, да, да. Я готов. Победите. Победа будет за мной, пацаны.
Нет, давай реально сапки ест. Ну, легко? Да, ты сможешь. Я просто в тебя больше верю. А, вот она слышит. Делай, делай. Я мне пора двигать столицу, но я люблю этот город. Тяни, рывками, рывками. Здесь впервые влюбился, впервые почувствовал холод. Все, подожди. Народники, если начал, делаем красиво, ну. Тут моя мама, еще увидимся, я буду скоро. Я не... Во! Делай, Руся! Ты тоже, а ты тоже! Больно? Да. Охуй, брат! Я верил, а я верил! А мы уже типа сыграли? Да! Я даже не понял, понял? Типа, бицушку! Мне предложили контракты, поверь, там действительно крупные суммы. Ой-ой-ой-ой-ой! Ай, ты мой телефон ударил! Это на месте, случайно. Блядь! Тихо! Да ну его! Опа! Иван! Один! Давай, Дюха, 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 Дюха. Отпустил. Давай, давай, раз, два, Дюха, Дюха, Дюха. Он перехватывается. Я на одном дыхании тащу, а он перехватывается. Че, Дюха? Помнишь в детстве, когда прыгали, кроссовки застревали? Ну, это весной оттается. Вернулись, они стоят нахуй, как вы. Я заштурмовался. Он вылетел. С лопатой стоишь и мне не даешь. Нашли! Победа! Еще один резкий сад. Давай. Че он несет? Да нет, я даже не слышал. Понял, подакивай. Ну как бы, родного, чтобы не обидеть. Родного, да. У меня есть футболка Skills. Skills — это умение. Умение — это должно быть у тебя в теле. Твоим телом руководит голова. С холодной головой, с горячим сердцем, братик. Ты заметил, что они больше не заваривают? Да, 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 да. Есть и мало. То есть, ну это вообще легкая жертва. Я типа считаю. Одной рукой, что ли? Одной рукой, давай! И! Давай, давай, Дим. Окей, let's go, поехали. Ну это вообще легкая жертва. Русланчик, Русланчик! Руслан! Делай, делай, делай! Вот страхуют два человека. А у меня, по-моему, ноль. А здесь а тут все, страховка. Все, кто тебя смотрит, они тебя страхуют. Рус, просто на себя и надо. Тяни, делай, делай. Женщина, только, пожалуйста, аккуратно, а то скользко сильно. И дорога, машины ездят, ну. Давай, полиция. Давайте, мы ждем. День-день, новый пак пришел, достал все граммы, отправил их в прессу. Броски скрывает лицо, ски маск на нем, финесс профессор. Смотри, я долго грандил, теперь мы флекс. Все хотят лишь клауд и фейм, им похуй на суть, меня это бесит. Аутбаут он сдал, типа его без, не доехал на техе. Мил не взял звезды себе, он взял бабло, ща крусь на бэхе. Если мы не друзья с тобой, то ты не стал для меня. Это вы же около школы тогда были? Ну. Сидел и ел за моим столом. Слушай, окей, let's go, поехали, Диги никотив, когда ночью ты тут один, Сиги никотин, это твой личный ориентир, Хочешь новую тачку, но максимум в кредит, У тебя есть трек, и тёлка, кто же залетит, Мы не выявили победителя, правильно? Да. Я думаю, грамотно будет, не знаю, если пацаны согласятся, по пятаку каждому, потому что все принимали участие. Она скажет, любит ноги, сразу каратит. Два человека ушло. Рома и Санёк, да? Всё имя я переведу. Другой снова ты один, ты один парень, где же твоё... Сразу же после публикации предыдущего ролика нас вызвали в участок. Скорее всего, нас вызовут снова, но не будем загадывать. Все подробности я выкладываю в своем телеграм-канале. Кому будет интересно, ссылку я оставлю в описании. Можете перейти и следить за мной там.